1 сентября линейки для казахстанских школьников пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. По его словам, новый учебный год в штатном режиме начнут 157 тысяч учащихся. Это дети малокомплектных школ в сельских регионах. Учащиеся начальных классов, по заявлению родителей, также смогут обучаться в традиционном формате, но с соблюдением строгих санитарных требований. Но в этих классах, как отметил глава профильного ведомства, не должно быть больше 15 человек. Для остальных учащихся уроки начнутся в дистанционном формате. Вернутся и телеуроки. Их будут транслировать на телеканалах «Аль-Фараби» и «Ель-Арна». Сейчас идут съемки больше 6 тысяч телеуроков.